Netflix! No, Netflix! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Eine neue Episode von Autotune Battle. Max Payne versus No Aim. Ich bin jetzt mal auf dieses Battle wirklich sehr, sehr gespannt. Ich finde, Autotune Battle ist gar keine schlechte Idee. Es bringt einfach einen neuen Wind in das Game rein. Ich finde, dieses Autotune Battle hat viel Potenzial. Es könnte sogar noch mehr werden als nur Autotune, ja? Man kann ja mit vielen Effekten so ein bisschen die Stimmen kaschieren. So. Ja. Lass uns das mal anhören. Ja. Ich habe schon, glaube ich, seit 3 oder 4 Wochen keine Battles mehr mal angeschaut. Okay, okay. Let's go, let's go. Смотри, Кубок МЦ вместе. Keine Werbung. Спасибо, Москва! Как слышно? Перед началом батла, как обычно, хочу сказать большое спасибо нашим друзьям. Это компания PAFMI, Кубок МЦ, PAFMI. Будьте с нами на одном дыхании. Дайте шуму нашим друзьям. Также наши партнеры, новые партнеры, это компания Must Have. Все ссылочки будут в описании. Лучшая продукция для кальянов. Дайте им тоже шума. Ну и, конечно же, компания Delight, которая предоставляет нам оборудование. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород. Каждый раз новые города, я уже не могу их запомнить. Ищите все по ссылочке в описании. Кубок МС, промокод на скидку. Дайте шуму нашим друзьям. Сегодня я его не забыл. Диджей-шеф за пультом. Ну что, ребята, мы переходим к новому формату, который недавно был, но всем полюбился. Это Автотюн Баттл. Я хочу, чтобы MC справа представился. X-Pine Крем Сквад, you know? Окей. MC слева представься. Это Никита, это Мошки. Город Мурманск, no name. Ну чё, друзья? Das klang gerade ein bisschen weird. По результатам жеребьевки этот баттл начинает No Name. Встречаем его, Москва! Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Das T-Shirt von No Name ist geil. Gefällt mir. Тихо, громко. Я проснулся, выпил чай, встретил с кайфом саншайн, поймал мандраж перед батлом, ведь забыл, что там X-Pine. Мне дали бит и сказали еби, я взял дверь и писал тебе как DVD. Забираю победу, Реал Мадрид, ты поедешь домой один, би-би-би-би. Я проектировал как инженер, пока ты чертил. Мне нужен Бенджамин, твое очко уже дало ту трещину. Оттуда выпал походу твой стержень. Я пожалею тебя как женщину, буду повешливее. Ведь я лечу, а ты ходишь по пешему. Бешеный голод, хоть я и не беженец. Я забиваю, мне не навешивай свои регалии. Они посмешные, моем фужере перемешан. Фэшн и андеграунд, я делаю вещи. Мой оппонент, со мной не вывезешь этот ответ. Это тебе не в тиктоке дуэт, если будут судить, то я как Джонни Депп. Попадать в реки, это не трудно, бурные реки, ты там утонул бы. Если бы мы зарубились реально, то видео вышло бы меньше минуты. Это глупо, правда, как и весь твой рэп. Ты несешь хуйню, как Салика курьер. Ты не Тайсон, но делаешь мемы, слушайте, жидкий, как Агуша, твой детишкин фейм, Еблан, я имба, хайлайт, игра, выстрел из стекла. Ты пискля, пистилька, писька, тебе пизда. Рифма, как рифма, вива ла вида, на ла вида. Я дом противник рейтинговый, но ты похож на помощника служанки рядового. Возьму ленивую львиную долю на своем поле, кто меня остановит? Мне дали бит и сказали еби, я взял, переписал тебя как DVD. Забираю победу, Реал Мадрид, ты поедешь домой один, би-би-би-би. Я проектировал как инженер, пока ты чертил. Мне нужен Бенджамин, твое очко уже дало ту трещину. Оттуда выпал походу твой стержень, я забью. Я не навешу, бля.
Вечер еще, а ты ходишь по-бешему, бешеный голод. Хоть я и не бежен, низ я забиваю, мне не навешивай свои регалии. Они поспешные, мам, в ужере перемешу фэшн и андеграунд. Я делаю тебе вещи, раунд. И... Блин, ну это было странно, если честно. Это был первый раунд ноунейма, как вам? Cooler Beat. Ich finde, No Name hat sehr gut performt. Ich möchte nur eines sagen, damit die Leute das da draußen verstehen. Wir haben hier ein Autotune-Battle. Also hier geht es mehr um die Performance. Es geht mehr um, ja, um die Stimme. Ja? Aber, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch ein Battle. Ja? Das heißt, ich möchte auch gerne ein paar Punchlines haben. Es muss jetzt nicht unbedingt alles mit Punchlines sein, aber so ganz klein, ein paar Punchlines wären gut. Also jetzt gerade in dem Text von No Name habe ich keinen einzigen Punchline gefunden. Ist einfach nur für mich wie ein normaler Track. Ist erstmal okay. Es ist die erste Runde. Ja, die Leute werden gerade erst warm. Mal sehen, wie es danach läuft. So. Ja, aber wie gesagt, Man darf nicht vergessen, es ist Autotune. Performance ist wichtig. Ja? Und ein bisschen Punchlines. Хорош, хорош. Спасибо огромное, конечно. Можно меня чуть потише, Валера? Отвечает ему Экспайн, встречаем его! Еще немножечко. Никита, выйди, я видел такие коктейли. Никита, выйди, я видел такие коктейли. Никита, выйди, Никита, выйди, я видел такие коктейли. Твой меня не поразил, че за лайф. Ты же МС, хотя нигером даже не пахнет, отдаю. Капай на минусе, вынеси меня, но если гораст. Моему гану не нужен патрон, это факт. Экста вау, экста лео, экста баунс. Кики уже тут, кики долбят на мертва. Взял твой микрофон, чтобы выкинуть хук. У нас бит взглядов, но я понимаю, что ты слабее. Как минимум неубедителен. Я нашел этот момент еще зрителям. Сколько у тебя фанатов поразительно. Но у тебя из куша только критикал. Попробуй на вкус что-то свежее, чем куст, который дает тебе пуст. Я чую район и гуд, они туманы, как твой курс. Я пригнал на кубок со звуком, батлом дам, но нет им чувств. Они уже не появятся, я вышел максимум. Стоит признаться, что в этом и разница между тобой и тем, кто пытается прыгнуть повыше, чем батл по пятницам. Ты будто пьяница, все потерял, но нахваливал прошлое. Где ты стреляешь, я правильно понял, что ты меня помнишь как малого. Нет негатива, но ты догоняй. В зале разделают тупич до голя. Как ты любил выражаться когда-то, но ты уже все проебу. Равная пара, сказали про меня. Вижу, где ты пропал, будто бы батл сипнос. А ты буква К, вали на нас. Все изменилось в моменте от стиля до барс. Это, конечно, не травка тебе, но и ты не на пас. Так что забей, вот тебе пас. Я на серьезе сюда бы не ехал, но дали формат, в котором Макс делает шоу, делает лео, делает вау, делает баунс. Ты утонешь как муму. Я кидал с камнем то, что ты создал. То, что ты любил, то, что ты ценил, думал это навсегда. I wanna great show, я шел этот путь и поверю не зря. No name, ты сделаешь свой день, но только не сейчас. Yes, раунд. Йоу, Москва, как вам первый? Diese eine Moment, das war ziemlich stark. Also ich sehe hier keine Punchlines bis jetzt, also keine Punchlines, die großartig ist. Deshalb würde ich sagen, wenn ich das jetzt bewerten sollte, würde ich auf die Performance achten. Und ich finde bis jetzt die Performance von Max Payne am besten, finde ich zumindest. Der hat den Beat meiner Meinung nach zerrissen. Ja, allein schon diese Stimme. Erinnerte mich so ein bisschen an Clava Bravo. So diesen Moment bei Clava Bravo. Versus Otto. Первый раунд Экспайна! Встречаем второй раунд от No Name! Aber ich sag trotzdem ehrlich zu euch.
Egal, ob das jetzt ein Autotune-Battle ist und es ist egal, ob hier die Performance im Vordergrund steht. Also Punchlines müssen sein. Also wenigstens ein bisschen, wenigstens etwas. Immerhin heißt ja der Titel Autotune-Battle. Klar, man battelt mit seiner Performance, aber es muss auch ein paar Punchlines müssen drin sein. Und bis jetzt habe ich keinen gefunden, die großartig sind so. Не убивай, сука, мой вай. Мне без него не по себе. Он нужен, как Европе газ. Только не по кроваво-красной цене. Нас не согреет этот айс. Как и любви не даст баланс на 7-0. Я стал рабом, получив класс. Я стал заложником с оружием в руке. Ты дождисуйся, на мое время порвал зал, как пою пево. В оригинале сияет эмблема. Я звучита, как тема. Черная хоулита, как феном. Делать вот темпа, тем вево. Не быкуй, подышу, как бичок. Тебя на этом ротео. Сука, зовет меня Альфа Ромео, хоть я не машина. Сука, зовет тебя как-то паршиво. На роль подруги, а не мужчины. Потели дерево, после будто бы и лива. Такая пройдет я мимо, просто подумав, что ты пидор, это дёп. Пиздой на плёк, суши бельё, тренируй флоу, твой потолок, снимай тикток. Даже не лезь в мой батл рэп, пока не сдох. Йо-йо. Получил порцию дофамина, рад всех видеть, будто вы дельфины. Удовольствие красиво. Почему так? Так нельзя. Не убивай, сука, мой вайб. Мне без него не по себе. Он нужен, как Европе газ. Только не по кроваво-красной цене. Нас не согреет этот айс. Как и не даст любви баланс на 7-0. Я стал рабом, получив власть. Я стал заложником с оружием в руке. Спасибо. Also, guter Beat. Mich stört eines, diese Unterbrechung, also dass er immer ständig diese Knicks hat, das ist ein bisschen nervig so, ja. Normalerweise sind diese Jungs sehr erfahrene Jungs, die auch kleine Texte merken können. Das sind ja keine Texte, die Kilometer lang sind, ja. Das sind so kleine Autotune-Texte, die da vorher zu Hause auswendig gelernt haben. Und No Aim hat in der ersten Runde jetzt einige Unterbrechungen gehabt, jetzt in der zweiten Runde. Mir kommt das so vor, als wenn ich das Battle Clava Bravo versus Otto gucke. Ja. Aber der Moment mit yeah. Dieser Moment war witzig. Москва, это был второй раунд All Name, как вам? Yeah. Давайте сразу встречаем второй раунд Экспайн. Максимум шума. Тут хала, а не хеллоу. Я звоню Богу, алло. Спасибо, что ты со мной. Батлы давно себя изжили, я знаю. У меня просто тикток не грузит, значит, я с вами. Врум-врум. Я хочу, чтобы у тебя был вкус друг. Посмотри на людей, что рядом вокруг. По их лицам видно, что стилёк, который ты набивал. И подумал, что он свежий, давно продух.
нет, базара нет. What the fuck var das gerade? Cardi? Cartin? S.O.S. Он на обычном пске, там стресс. В теле так, как он пытался фактами давить на меня, но не стал тут блест. No name, эй, you chill. Ты man, но не face. Для меня ты братик развлечения, я для тебя как кейс. Забил болт, это намеренно против кого. Мне надо попотеть собственный пот. Я не разменивал на таких броков. Нет времени, забил болт, это намеренно против кого. Мне надо попотеть собственный пот. Я не разменивал на таких броков. Нет времени, нет времени. Москва, как вам второй раунд от Экспайна, а? Давайте сразу встречаем. Boah. Ich weiß gar nicht, wie man den zweiten Round überhaupt bewerten sollte. Also, wie gesagt, ich finde immer noch keine Punches. Also Textniveau ist, ich würde sagen, zweite Klasse oder sowas. Ja? Also nichts für ungut. Ich verstehe schon, dass es Autotune-Battle ist. Das ist alles okay. Performance ist wichtig. Aber Texte sind auch irgendwo wichtig. Wenigstens ein paar Punchlines, bitte! Ein paar. Boah, schwer zu sagen. Wer hat von den beiden die zweite Runde gewonnen? Also ich hätte eigentlich gesagt, No Aim hätte die zweite Runde gewonnen, aber er hat öfters mal Unterbrechung gehabt. Ich würde sagen, die zweite Runde ist unentschieden. Die zweite Runde ist unentschieden. Kein dritter Round, No Name! Type beat, underground hip-hop. Yeah, yeah, yeah. Человек взял на Autotune Battle. Эй, как же это скучно, ты ебаный динозавр. Чё не сдал заявку на слово под синовалом? Казаки, разбойники, карты на раздевание. Он выберет сыграть бутылочку на приседание. Жил себе дело от ткани, от ткани. Потерь в этой синтетике, пока курим органику. Бамим-бамим, меня зовут каннибалом. Ведь ты даже не Эпси, шипишь хуже Пепси. Ебало, закрывай, пока я делаю тут грамотно. Деревенский бит, веду себя вульгарника. Боли тебя дерьмом, это ботаника. По таймингу поздравляю, ты дорос до уровня гербария. Теперь тут надо вот так, чтобы забывать макак. Схаваю тазу веган, если подать его так. Эй, кинусь салам берегам, сливи бы два берегар. Эй, вот это понимаю, охуительно, братан. Заниженные тазики, если мы грязные, моемся в тазике. Бамперы задницы, не вижу разниц. Я в автотюнинге, нахуй, тональности. Эй, продолжу сейчас текст, сорян. Нахуй тональности, сука, пацанская романтика. Гопники одели бантики и их забыли. Знаете, почему Экспай ждет мобилизации? Он думает, что всем выдадут мобилы. Дебил, когда он ходил в музей в Акин. Но ему там сказали, нельзя со своим. Пацаны так же и не берут его на спорт. Ведь он стучит, когда на полевой выходит коп. Надо пополнить запас витаминов. Я умолем и напал на малину. Я неуловимый, как не патрулеем. Зову Алера, вода ювелера. Выходи впереди, ориентир свободы. Моя рутина утонет в хип-хопе. Это на злобу, за злобу пособие. Я как делать то, что способен. Особенно мне не в диковину. Но пробовать того, я попокушу в коронованный клоп. Голод, прыгаю выше на голову, если оно... Эй, я не даю фабрикованный фейк, не создаю броневой коэффект. Если бы мне предложили ремейк моей жизни, ответил бы нет. Yeah.
Спасибо большое, простите за эти сбивки. Это щит, мэн. Zwei Momente aus der ganzen Runde waren cool. Der Anfang, da war wenigstens eine Punchline drin. Und dieser Fast Flow. Ansonsten finde ich eine Katastrophenrunde. Er hatte Text oft vergessen, oder hat den Text vergessen. Unterbrechung gab es dazwischen. Katastrophenrunde. Finde ich. Москва, как он? Третий раунд от ноунейма. Давайте встречаем третий, последний сегодня раунд BPM-а. Автотюн Экспайн! И... Батл рэп — это спор. Ты для них ноунейм, для меня ты лишь ноумо. Если ты ноумо, то совсем не капюшон. Сколько ты похерил, столько я поднял за год. Ты сейчас прикоснулся к тому, что так далеко. У меня нет злобы к тебе, но ты не готовый. Двигай свои ноги, как ты двигал их в ТикТоке. Тебе дали автотюн, и ты стал улыбаться, но забыл про газ, будто бы ты иностранцы. Воу, я разваливаю шансы. Братик, чё, кого? Я пришел с тобой тягаться. Только-только в том, кто сочнее зазвучать. Может, на это битло во мне магия бумбэпа. Бэбик, осторожней. Если ты OG, то лишь потому, что Бошкин после батла мы чин-чин. Du bist so broke, du rauchst sogar Brokkoli. Du bist eine Socke, so dass sogar die Füße in dich reinpassen. What? Нашел себя, но нашел зал. Я дроп передай май, я крикну доп, это мой лайф. Не бери все, потому как не удержать все в руках. Какой ты год пребывал там, где нет развития, брат. Какой-то слабый стартап, начать отсюда стрелять. Ты не находишь депрессии, тревоги. Ты хотел повеситься, но твой стул поломал на съемке огил. Если это поле, то летят уже голы. Выиграл их 3-0, они вызвали 0-3. Мы пели им на зло, чайка. Ты непонятно из чего. Высоко войны я кинул на себя баф, но не шайла. Мы пели им на зло, чайка. Ты непонятный из чего, чайна. Что меня подняло высоко войны я кинул на себя баф, но не шайла. Баф, но не шайла. Баф, но не шайла. Баф, 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 но не шайла. Yep, раунд. Москва, как вам третий раунд Экспайна? Also, No Aim hatte im dritten Round Punchlines, wenigstens ein paar. Dafür war die Performance scheiße. Max Payne hatte eine sehr gute Performance, aber die Punchlines, so eine Katastrophe. Ich habe schon so einiges gelesen, aber das ist eine Katastrophe. Also, ich würde sagen, zweite Runde unentschieden, dritte Runde unentschieden, erste Runde hat Max Payne gewonnen, somit gewinnt Max Payne. Das ist meine Einschätzung. Ich sag euch ehrlich, ich finde die Idee mit dem Autotune super. Ja, super, ich finde das super. Und wenn man schon drei Runden hat,
zum Betteln, dann macht, also das, ich möchte das allen sagen, die an diesem Event teilnehmen, dann macht das doch so. Macht von mir aus erste Runde Performance, Songs, zweite Runde ein bisschen Punchlines und dritte Runde so ein Mix. Irgendwie so, ja? Dann würde auch Sinn ergeben, dass dieses Event Autotune Battle heißt. Das ist nur meine Einschätzung. War interessant, war cool. Wir sehen uns dann fürs Zuschauen.